Да. О, где ты? А, ну я тоже падаю, мы летаем. Еще летаем. Так, и рядом тебе идет. А, ну здесь тоже прошел, мы переждали. Сейчас вот последний аккумулятор есть. Приеду я. Ты краску посмотри, рядом этот, хочешь попробуем ее. Привез пират сразу. Ну как ощущение, Степан? Отличное. Очень спокойный самолет. Если тормоза можно и в зале. Да в зале и так можно. Идет на ноже, только очень чуть-чуть надо только дать. Не, ну сейчас ветер. Ну да, а вообще идет, но идет. Рудер надо совсем чуть-чуть дать. Так, куда мы его будем сажать? В траву, в траву, в траву. Нет, траву. Нас да в траву сажай его, в траву сажай. Ну, прячьте ветер. А ты по ветру сажаешь? Да, ему по барабану. Давай. Так, мне надо что-то аякать, чтобы мало ли чего не произошло. Так, ну что, поехали. А хорошо он его тащит. Пешком летает. Аккумулятор не горит. Почему? Не тянет? Ищи, как раз не горит. Посадишь? Да. Здорово, летчики. Привет. Здорово, Мирам. У меня авария. Да, охуительный самолетик. Что за авария? Имбите бандер, верни его. А, с этим нормально. Ой, пути ветра классно. Ну сейчас вообще его не трогаю. Вообще не трогаю. Блин, настоящий кукурузник. И висит спокойно довольно. Самое хорошее, что он не разгоняется в пикировании. Так, дабл рейки отключаем. Это раньше у Мираба было? Да. Мираб, на твоей девятке какой канал? На передатчике. Слушай, у тебя такая низкая скорость вращения пропеллера, что у меня на камере он вообще не вращается. Интересная штука, когда резко на себя берешь, типа мертвую петлю, ага, он сволочь направо берет. А, у меня тоже сворачивает. Хвост крутится, мощности не хватает. Вот он и заворачивает. Ну вот можешь полочку проклеить. Ну это на следующее, вот это доломаю, блин.
Зачем то ломать? Можно на нем приклеить. Там скотч надо будет отклеивать, там, да, снять это. Потому что у него уже трещины пошли. Ой, газ дал, его мотать начало. Им бы тебя без конца их понять, и какие-то еще. Разве? Страшно. Сорами краще, Арикос. Не лайки, он дает. Не лайки, он дает. Сад. А если бы тебя видел, Арики, чары. Ара, ара. Шоу сервис. А, им бить там. Ара, ара. А когда он будет сюда чанс? А, что, что ли? Что было? Иди много общего, еще будет что-то вытворим. Он еще планирует неплохо. Обычно плоские не планируют. Не, вот, пожалуйста. Сейчас мотор выключим. А мотор я ушел? Ты пока тысячу лет. Вообще-то я триали. Не, ну харич. А, ты тормоз не ставишь? Слушай, а ты контроллер программировал на этот, на хард тайминг? Да. Нет, там, по-моему, у меня медиум стоит. Мне надо хард ставить на торниговский, а? Блин, кто-то звонит. Так, дабл рейт отключаем. Идем на посадку. Ветер. А как раз против ветра самый кайф садится. Thank you.
Ну что, согрелся? Да, немножко.